Всем привет, с вами я, Маша Дарк, и сегодня мы приехали в Рождественно, чтобы погулять по пещерам. Мне уже сделали косички. Смотрите, какая тут красивая аллея. В красивой аллее красивая я. Справа пойдешь, женатым будешь, слева пойдешь, богатым будешь, а кто прямо пойдет, тот смерть свою сыщет. Видишь, можно было воду набрать. Бесплатно? Ну, конечно. В общем, ребята, здесь вот раздевалка находится. Здесь можно переодеться, а вон там купель, где можно искупаться. Ай. Прыгайте. Вот сейчас будет страшно. Проходи. А что я первая? Я туда не пойду. Спасибо, но нет. Жутко там, да? Вот такое путешествие по Рождественно у нас было, прямо в рифму. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новые крутые серии. И всем до новых встреч, всем пока-пока! И пишите, куда нам еще ехать!